Может, аддоны? Нету аддонов, которые ускоряют ослепление. Ослепление идет около 3 секунд. Окей, а почему? Быстрая заводка. Удивлен, что меня там не смог распилить, кстати. Дюринг. Классика, карбюратор плюс Томпсон Микс. Кулдаун тоже уменьшен. Заметно. Зачем? Эй, Ctrl, не залипай. Чем бегать тупо за мной? Эти там генеры тихонечко добиваются, братан. Нёп, не в этот раз. Окей. Не в этот тоже. Эй. Новогодний ресап тяну. Эй, спасибо за ресап, Хлебушкин, третий месяц уже с нами. Спасибо тебе большое за поддержку. Ну, иконочка в чате. Спасибо тебе. Все пытается и пытается. Да с эндюрингом как бы ты время не тратишь вообще, когда так делаешь. Че, доживаю до адреналина, не? А-а-а. Окей. Справа ворота, по-моему, были, да? Да. Минус на ед, окей. Ну, меня сейчас распилит, скорее всего, уже. Да. Потому что все, досок не осталось. А вторые ворота там были, а я бы туда тоже не добежал. Хотя, не, я мог через дерево попробовать с окном. Зэ. Чё, по часикам? Спасибо. До свидания.
GG. Окей. Боже, как они еще хорошо на этому сломали, на самом деле. Хотя он бы, в принципе, ему ничего не дал. Он не успел Insidious прокнуть! И он сразу ливнул, походу, чат оффлайн. Да. Он ливнул, потому что он не смог закемпить Insidious'ом в итоге. Она успела спасти меня часами. Наед плюс Insidious плюс самая быстрая заводка Стинкерера. И меня все равно успели спасти до, вот за эти 2 секунды. Сердцебиение еще было. Он поэтому не хитовал ее, потому что хотел просто прокнуть Insidious. О, yes. Найс. Я слышу его взрыв.